предпринимателями, работаем с предпринимателями, оказываем им определенный консалтинг. И в процессе своей работы, это где-то у нас заняло 6 лет, это исследование, в процессе своей работы мы увидели, что бизнесы, которые развиваются, или бизнесы, которые не развиваются, у них есть принципиальные отличия. И одно из таких отличий является это то, какие инструменты использует бизнес в своей работе. Это прям принципиальное было отличие. И там прям ярко видно, те бизнесы, которые круто развиваются, у них прямо все эти инструменты есть. А те бизнесы, которые не развиваются, у них этих инструментов либо нет вообще, либо частично есть, либо у них есть инструменты, но они их не используют, либо набрали неэффективные инструменты. Поэтому сейчас мы поговорим с вами об эффективных инструментах, о том, что это за инструменты и какими они должны быть, то есть какова конфигурация этого инструмента должна быть. И первый такой инструмент, я думаю, это даже, ну, кажется такой некой банальной информацией, потому что об этом трубят из всех источников маркетинговой информации о том, что у каждого бизнеса должна быть CRM-система. И я это подтверждаю, о том, что у каждого бизнеса должна быть CRM-система. Это некое сердце работы с клиентами. То есть CRM – это аббревиатура, которая так и расшифровывается. Customer Relationship Management. То есть консоль по управлению отношениями с клиентами. И оно должно быть у каждого бизнеса. Знаете, такое есть сравнение. Это то же самое, без CRM-ки, это как то же самое, что ходить в темноте без фонарика, да? Вроде мы куда-то идем, но куда – непонятно. Нужен фонарик для того, чтобы понимать, в какое направление нам идти. То есть CRM-система является некоторым фактором принятия решений. То есть исходя из данных из CRM-системы, вы в дальнейшем как предприниматель и должны принимать решение. Не какой-то такой набум или на какое-то свое, ну, некое субъективное мнение, потому что вам так нравится или еще по каким-то причинам, а именно исходя неких сухих фактов, исходя из обратной связи с ваших клиентов, вы должны принимать решение по развитию вашего бизнеса. И вообще видеть состояние своего бизнеса, он там в некоторых параметрах вырос или нет. То есть первый момент, так как это консоль по работе с клиентами, первый момент, там должна быть вся информация о ваших клиентах. Фамилии, имя, пол, дата рождения. Чем больше информации о клиенте, тем лучше. Там дата последней покупки, какие он бонусы накопил, чтобы унес там списать бонусы, поздравить его с днем рождения и так далее, и так далее. То есть различные взаимодействия с клиентами. Второй момент, ну, я уже затронул, коммуникация с клиентами. То есть мы должны иметь возможность написать клиенту, мы должны возможность с клиентом как-то, ну, обменяться обратной связью, как-то ему поощрить его, отправить ему новость и так далее. Гибкая программа лояльности, об этом Тарас уже затронул эту тему, о том, что у каждого бизнеса, мы об этом еще поговорим, должна быть гибкая бонусная программа. И она должна быть тоже там определенными параметрами, про это говорим. И вы должны тоже это видеть в CRM-системе, на каком статусе программы лояльности ваш клиент находится. Статистика по ключевым показателям. Вы должны видеть средний чек, как он меняется, количество клиентов, новых клиентов, как это количество меняется. То есть все должно в CRM-системе видеть динамики. И принципиальный момент, вот это я замечаю часто у предпринимателей, то, что этого нету. В CRM-систему данные должны поступать автоматически. То есть данные, информация о клиенты должны попадать в CRM-систему автоматически. То есть не так, то, что, например, вы там, ну, когда пластиковые карты раздаются обычно, заполняете анкету, эта анкета куда-то идет, эти листочки потом менеджер там перебивает в Excel или в CRM-систему, все это вручную, это все долго, это все еще и дорого, это эти бумажки печатать, этого менеджера нанимать и так далее. Поэтому здесь должно быть автоматизм, то есть клиент должен попадать автоматически к вам в клиентскую базу. При этом возможно, и у вас должна быть клиенты должны попадать вам в клиентскую базу, даже те, которые ни разу не совершили у вас покупку. Каким образом это делается? Ну, например, зашел на ваш сайт или, например, сосканировал QR-код вашей компании, такое тоже возможно, либо зашел в ваше электронное меню, и все эти клиенты тоже должны попадать вам в клиентскую базу, даже те, которые не совершали покупку. Чтобы, если клиенты есть в клиентской базе, значит, у нас есть чем работать. Мы можем и на возвращаемость работать, и на средний чек повышать, и так далее. Это первый, самый главный момент. Идем дальше. Второе – мобильное приложение. Мобильное приложение – это является неким,
неким каналом общения с клиентом, коммуникации с клиентом. То есть сегодня мир цифровых технологий. И сегодня вы заметили о том, что клиенты очень много проводят времени в своем телефоне. То есть телефон стал определенным инструментом человека общения с миром. То есть человек там и новости читает, человек там делает и покупки, там же он себе заказывает еду, там же он смотрит какие-то свои интересы, там же он переписывается с друзьями и так далее. И понятно, если мы строим логическую цепочку, то в том числе там должна быть и ваша компания. То есть у вас должно быть некий инструмент для клиента для общения с вашей компанией. И на текущий момент самым лучшим инструментом является мобильное приложение. В качестве примера вы можете сравнить, посмотреть на все крупные компании. Все крупные компании, там «Карусель», «Пятерочка», там различные ритейл, магазины одежды, они все делают себе мобильное приложение, потому что все понимают, что мобильное приложение – это самый лучший источник коммуникации с клиентом. То есть даже не сайт, не интернет-сайт, как обычно привыкли, потому что это нужно заходить в веб-браузер, вводить ваш адрес и переходить на ваш сайт, а именно мобильное приложение. Потому что мобильное приложение, они работают удобней, иконка на мобильном телефоне и так далее, и так далее. То есть здесь я описал, какие должны быть параметры, помогающие, в вашем бизнесе, как помогает мобильное приложение. То есть мобильное приложение хорошо собирает обратную связь. В мобильном приложении хорошо посмотреть информацию о вашей компании. В мобильном приложении клиент увидит, какие у вас есть товары, какие есть в наличии. Через мобильное приложение клиент у вас может что-то заказать, сразу же и купить. Через мобильное приложение клиент хорошо увидит, какая у него бонусная программа, сколько у него бонусов накопилось, что ему нужно сделать, чтобы перейти на следующий уровень, там, VIP-клиентом стать, что ему нужно сделать для того, чтобы получить от вас какой-то дополнительный подарок. Там же вы можете ему отправить сертификат. То есть, понимаете, я перечислять довольно могу долго. Мобильное приложение вообще не имеет границ по функционалу. То есть можно все, что угодно делать в мобильном приложении, добавлять функционал. И тем самым все находить новые и новые точки работы с клиентами и их какой-то там стимуляции на повышение среднего чека, на частоту покупок и так далее. Но про мобильные приложения мы еще увидим в других пунктах очень много пересечений. Следующий момент – это программа лояльности. То есть прежде чем привлекать новых клиентов, необходимо научиться удерживать клиентов. Потому что если вы будете просто привлекать клиентов без удержания их нужного, то, соответственно, клиенты пришли, клиенты ушли. И все, и никого не осталось. Поэтому необходима определенная стратегия по удержанию клиентов. И эта стратегия называется система лояльности. Система лояльности – это как раз комплекс действий для развития повторных продаж. Для того, чтобы была система лояльности, нужна программа лояльности. Программа лояльности – это инструменты, с помощью которых мы будем делать систему лояльности. Ну, это, знаете, как построить лодку. Для того, чтобы построить лодку, необходимо вооружиться древесиной, топорами и так далее. Вот древесина, топоры – это все инструментарий. Лодка – это система лояльности, некая наша цель. И вот, какие должны быть при этом у программы лояльности, какие она будет выполнять у нас задачи. Первая задача – удерживать клиентов. Про это мы уже говорили. Основная задача. Второе – она должна уметь повышать средний чек. Об этом мы тоже поговорим. Средняя частоту покупок должна помогать. То есть, видите, программа лояльности хорошая. Она должна не только помогать вам удерживать клиентов, а еще в том числе и работать вот на такие задачи, которых там стимулировать, в том числе и рекомендации. Ну, например, пластиковая скидочная карта, такого вам делать точно не будет. Потому что как она будет повышать средний чек? Никак. У нее нет для этого никакого функционала. Как она будет повышать частоту покупок? Да тоже никак. Потому что сама скидочная карта, пластик ни к чему не стимулирует клиента. Идем дальше. Программа лояльности должна быть бонусная программа. Об этом тоже отчасти говорил Тарас, о том, что бонусы значительно лучше, чем скидки. Потому что бонусы, кроме тех причин, о которых озвучил Тарас, бонусы, они еще лучше воспринимаются, потому что это как будто деньги. Ну, например, одно дело, когда есть 10% скидка, другое же дело, когда на счету 200 бонусов, то есть 200 рублей. 200 рублей кажется более круто и материально значимо, чем 10%. Потому что 10% непонятно, а на какую сумму я сделаю покупку? 10% это в итоге много, большая скидка получится в деньгах или же небольшая. Все зависит от того, насколько я куплю. А вот бонусная программа для мозга, она понятнее.
У тебя есть 200 рублей. Ну все, классно. К моим деньгам есть плюс 200 рублей. Она должна быть гибкой. То есть бонусная программа не только должно быть. Вот я пришел, сделал покупку, мне за это начислили бонусы. Нет. Бонусная программа должна еще стимулировать клиентов на различные действия, которые нам нужны от клиента, к нам как бизнесу. Например, мы клиенту можем давать дополнительные бонусы, если он сделает определенный средний чек. Например, он делает средний чек. Например, он делает чек 800, мы говорим, а купи еще на 200, и ты получишь больше бонусов. И клиент покупает еще плюс 200, у нас поднимается средний чек до 1000, и клиент доволен, он получил больше бонусов. И точно к нам в следующий раз вернется, потому что он ощущает, что он эти бонусы заслужил. И у нас поднялся средний чек. Вот круто, бонусная программа работает на повышение среднего чека. Клиентов мы можем поздравлять с днем рождения. Если, например, в ресторане мы можем поздравлять его клиента с днем рождения за 3 дня до дня рождения и говорить, справь этот праздник вместе с нами. Вот тебе бонусы на то, чтобы тебе было это, ну, как-то по деньгам выгоднее. То есть клиент можно поздравить с днем рождения, дарить бонусы. Клиент, например, оставил отзыв, и мы ему за это тоже можем дать бонусы, тем самым собирая больше обратной связи и лучше понимая клиента. Мы можем клиентам давать бонусы, например, если он оставил отзыв в TripAdvisor, в Гугле, там, в Яндексе и так далее. Если он оставил отзыв, мы его вознаградим бонусами. Для нас, как бизнесу, это хорошо, что мы в TripAdvisor поднимаемся в рейтинге. Для клиента хорошо, он рад сделать что-нибудь приятное для компании и за это заработать еще бонусы. То есть бонусы не просто за покупку. Бонусы у вас должны быть за определенные действия клиента, которые вы, ну, как бы его стимулировать на это должны. И к тому же бонусная программа должна быть удобной и прозрачной. То есть максимально удобно. Ну, то есть клиент может свои бонусные баллы посмотреть в мобильном приложении. Не куда-то там заходить на сайт, вводить там логины, пароли. То есть все это через веб-браузер. А мы все знаем, что мы все телефонами пользуемся, уже даже компьютером почти не пользуемся. Это все заходить, это все очень сложно. Клиент должен увидеть прозрачно условия бонусной программы. Сколько он может потратить, на что он может потратить и так далее. То есть удобно, прозрачно, и это все делается в мобильном приложении. То есть не придумывается сегодня другой инструмент, его пока не существует, кроме мобильного приложения, в котором, ну, это все делается. Идем дальше. Сбор обратной связи. Сбор обратной связи, нужно обратной связи. Чем больше мы ее собираем, тем лучше. Самый удобный способ сбора обратной связи – это не через персонал. Персонал не умеет собирать обратную связь. Давайте с этим согласимся. Почему? Не то, что не умеет, а получается это неэффективно. Потому что первая причина – люди друг другу врут. И это делается не по той причине, что люди каким-то злым умыслом. Просто люди друг другу в лицо не договаривают. Ну, например, там у нас там кассир или официант у нас спрашивает, а вам все понравилось? И мы такие, ну, нормально. То есть, если нам не понравилось, мы не хотим распинаться и говорить, там, что-то какой-то скандал делать, шумиху поднимать о том, что нам не понравилось это, не понравилось это. Мы просто говорим нормально. И официант такой говорит, окей, там. Или мы говорим, вот это блюдо нам не очень понравилось, оно какое-то получилось пересоленное. И официант говорит, конечно, я обязательно передам эту информацию нашему повару и менеджеру. Да блин, да какая вероятность того, что он это сделает? Вероятнее всего, он это не передаст. Ну, то есть, никто никому ничего не расскажет. А если уж, не дай бог, официант сам накосячил в обслуживании, и мы прям недовольны этим, и мы прям говорим, ну, мы недовольны, то официант точно не расскажет своему владельцу бизнеса о том, что он плохо работает. Да? Это выглядит... Ну, то есть, когда... И этому очень много примеров. Это очень много примеров, потому что персонал, ну, как бы не договаривает владельцу и не собирает обратную связь эффективно. Мы в своей работе, например, часто замечали такую штуку, когда владелец бизнеса нам говорит, слушай, у меня там персонал просто золотой. Вот наш администратор просто супер. У меня точно нет воровства. Администратор супер классный. Вообще мы с ним там уже 10 лет работаем вместе и так далее. Мы подключаем цифровые инструменты по сбору обратной связи,
и узнаем очень интересные вещи, шокирующие владельца бизнеса. А оказывается, у нас там выясняется и воровство, у нас там выясняется и о том, что администратор хамит клиентам. Было очень много примеров, очень всего, и владелец потом просто хватался за голову, говорит, как так-то, я же не знал. Мы говорим, ну об этом тебе кто рассказывал? Он говорит, ну об этом мне персонал рассказывает. Ну, я говорю, ну как бы он тебе немного набрал. Да? То есть понятно, что когда владелец находится в бизнесе на точке, то персонал шелковый. То есть он классный, он улыбается, он там абсолютно работает как нужно. Когда же владельца нету на точке физически, то понятно, может происходить все что угодно. И это нам неизвестно. Поэтому нам помогает диджитал-инструменты, современные инструменты. И этому поможет мобильное приложение. Самый лучший сбор обратной связи – это как в такси. Я прокатился на такси, открывается окошко, оцените оценку, поставьте оценку за обслуживание. Ставлю 5 звезд, пишу комментарий и так далее. Если я поставил 3 звезды, со мной связывается менеджер, спрашивает, как дела, почему так. Здесь то же самое. Опять вам в помощь мобильное приложение. Вот я же говорил, много будет пересечений. И вот они. То есть мобильное приложение может такое делать. То есть клиент обслужился, сделал покупку, открывается у него окошко, оценивая обслуживание. Он оценил обслуживание, оценка сразу падает владельцу, он у себя в своем мобильном приложении видит, ага, его обслужил Вася Петров, все хорошо. Там, если кто-то обслужил плохо, владелец созванивается с клиентом и говорит, что было не так. И клиент ему рассказывает, что было не так, и владелец может ему сказать, слушай, как бы понятно, косяк, давай там скидку тебе сделаем, ты к нам вернешься. И тем самым можно возвращать клиентов. То есть мы помимо того, что узнаем просто обратную связь, мы еще с помощью нормальной системы сбора обратной связи возвращаем клиентов. Потому что клиенты ничего не хотят говорить. Но оценку за обслуживание пальцем тыкнуть, они готовы. И это нам в помощь, нам как предпринимателям. Идем дальше. Пятое, следующий инструмент. Онлайн-продажи. Если у вас их нет, они у вас должны появиться. Онлайн растет. Все больше и больше покупок совершается онлайн. Тем более коронавирус это круто нам показал. Коронавирус все закрыли дома, и люди научились жить в онлайне. То есть покупать продукты онлайн, доставка еды, в кинотеатры не ходить, а теперь кинотеатр дома, это покупать подписку ОКО, ИВИ и так далее, и так далее. Онлайн растет, и желательно, чтобы мы были в этом же тренде. То есть если у вас нечего продавать онлайн, придумайте, что можно продавать онлайн. Например, салоны красоты начали продавать косметику. Вот мы обучали салоны красоты продавать косметику, и получалось круто. Продажи росли. Например, фитнес-центры начали продавать онлайн-тренировки. Тоже круто. Какие-то консультации с диетологом. Все это в режиме онлайн. То есть, казалось бы, фитнес-центр – это тот самый офлайн-бизнес. И что там придумать онлайн? Нет. Ну, приходишь, занимаешься там тренажерами. Нет, оказывается, тоже онлайн работает спокойно. И это как доп. Направление. Мы не говорим о том, что ну, как бы, закрывайте офлайн и только онлайн. Нет. Но онлайн должен вам стать как дополнительным направлением. Если уж вы прям не хотите, ну, продавать прямо онлайн, там, с доставкой, там, доставлять клиенту товар, услугу или давать ее онлайн, сделайте себе хотя бы электронное меню. То есть, чтобы клиент пришел к вам в ресторан, сосканировал электронное меню, то есть на столе стоит Double Ten, электронное меню, чтобы не ждать официанта и не трогать лишний раз меню, тоже тема про пандемию, взял, сосканировал электронное меню, и клиенты такие вещи замечают. Они замечают о том, что предприниматели о них заботятся, и как-то в ногу со временем, то есть все современно, все электронное. Взял, посмотрел электронное меню, ага, выбрал себе блюдо. То же самое, например, салон, например, магазин одежды. В магазинах одежды вы могли заметить в крутых сетях о том, что они всегда говорят, там, в раздевалке, у них есть такая наклейка, и они говорят, если вам размер не подошел, и его нету в нашем магазине, вы всегда можете перейти в наш интернет-магазин и сделать покупку. То есть всегда, ну, то есть видите, как интересно, то есть клиенты, они не теряют. Они берут и делают ему, ну, возможность сделать ему онлайн-заказ. Сейчас, извините, я проверю, связь все ли в порядке. Так, вроде все в порядке. Хорошо, то есть дать ему возможность в электронном меню познакомиться, а вдруг размеры есть там, в интернет-магазине, и заказать.
То есть или он электронное меню себе сохранит и потом пойдет домой и посмотрит, ну, платье, которое там, платье, одежду, футболку, которые там девушке были интересны. Может, у нее времени нету ходить полностью по магазину, либо она не нашла ту самую вещь. То есть у нее должна быть возможность зайти, увидеть какой-то QR-код, сосканировать, и, может быть, она даже по магазину гулять не будет, все посмотрит в электронном, ага, подойду к менеджеру, спрошу, а вот это есть? Это есть, все, давайте это сюда покупаем. То есть, понимаете, найдите вот эти точки соприкосновения клиента с онлайном, с онлайн-продажами. Уйдем дальше. Шестое, кросс-маркетинг. Хотите привлекать новых клиентов, посмотрите на кросс-маркетинг. Не только реклама, потому что реклама – рисковый способ привлечения клиентов. Это нужно дать денег, и неизвестно, сколько клиентов с этой рекламы придет, откупится она, не окупится. А вот кросс-маркетинг – это история более интересная. Во-первых, кросс-маркетинг помогает привлекать клиентов без рисков и без вложений. То есть вы, наверное, сталкивались с таким, о том, что я пришел, например, в какой-то магазин, и мне, если я делаю определенный чек, то мне дают сертификат в другой, например, в ресторан. И для магазина хорошо, что он одаривает подарками как бы клиентов, а для ресторана хорошо, для него это новый клиент. Ну, например, я купил футболку, и мне говорят, слушай, купи еще на 200 рублей, вот тебе носочки, но если ты их купишь, мы тебе дадим сертификат, вот этот ресторан, на 300 рублей. Я говорю, ну ладно, окей, вроде носки тоже нужны. Я докупаю носки, мне дают этот сертификат, и я иду с этим сертификатом, получая скидку в ресторане. Ресторану хорошо, для них это новый клиент, для магазина одежды хорошо, они средний чек себе подняли за счет подарков от других компаний-партнеров. Вот это весь кросс-маркетинг. Но здесь важные есть моменты. Кросс-маркетинг должен быть реализован с несколькими компаниями. То есть вы должны сотрудничать не с одной компанией, а, например, с тремя сразу компаниями. Потому что сотрудничество с одной компанией может не выстрелить, а сотрудничество, например, с другими, оно выстрелит. Например, вы берете три компании, с одной кросс-маркетинг не пошел, со второй кросс-маркетинг не пошел, не идут оттуда клиенты, а вот с третьим прям бомбанул, выстрелил. То есть кросс-маркетинг – это всегда про большее количество экспериментов. Второй момент. Желательно, чтобы кросс-маркетинг тоже был электронным. То есть эти сертификаты не бумажками, которые могут потеряться, еще деньги на них тратить, блин, их печатать. Нет, кросс-маркетинг лучше сделать электронным, электронные сертификаты. И опять-таки здесь пересечение с мобильным приложением. То есть мобильным приложением можно делать кросс-маркетинг электронным. То есть я пришел в магазин, купил себе футболку, и носки уже, и мне приходит в телефон пуш-уведомление о том, что у вас появился сертификат в ресторане на 300 рублей, и у меня в мобильном приложении он на главном экране отображается о том, что у меня есть сертификат, и я его могу потратить. И при этом условия кросс-маркетинга должны быть понятны и прозрачны для конечного клиента. То есть я увижу этот сертификат, я увижу, сколько я могу потратить из этого сертификата, я увижу, когда он заканчивается. Если он будет заканчиваться, то система мне оповестит, скажет, слушай, друг, у тебя сертификат уже заканчивается, может, все-таки сходишь в этот ресторан. То есть, понимаете, все, что digital, оно может, ну, лучше работать на конверсию с клиентом, потому что бумажка не будет кричать о том, что она заканчивается, ее срок действия заканчивается. А вот мобильный телефон такие вещи может делать. Идем дальше. Последний наш инструмент – это тестирование и эксперименты. Вообще предпринимательство – это тема такая про эксперименты. То есть, вооружившись инструментами, вы должны в том числе их стараться гибко использовать. Вы должны пробовать всегда что-то новое. Ваш жизненный цикл предпринимательства, он должен всегда быть наполнен экспериментами. Вы должны, например, там, если у вас ресторан, вы должны напечатать, например, такие наклейки, назвать их там «Выбор шеф-повара» и наклейки в меню расклеить, сделать такой некий эксперимент. Интересно, а если я наклейку в меню такую наклею, количество заказов этого блюда, оно увеличится или нет? И мы потом смотрим статистику через месяц, увеличилось количество заказов или нет. И потом мы увидим, о, круто, оно увеличилось. Теперь мы понимаем, ага, эти наклейки надо клеить в те блюда, которые мы хотим больше продавать. И тем самым у нас появляется большее количество продаж.
Потом мы можем, не знаю, там, если магазин одежды, мы можем различные какие-то дисклеймеры делать в раздевалках. Мы, например, можем различные речевые скрипты внедрять менеджерам. Мы можем менеджеров переодеть в какие-нибудь интересные костюмы и тоже все это измерять. То есть эксперименты должны быть у вас на постоянной. И вы должны, главный момент, каждый эксперимент у вас должен быть измерим. И вот для этой штуки, кстати, вам поможет CRM-система. Если вы хотите измерять эксперименты, то вы делаете эксперимент и находите точку измерения. То есть больше продается вот эта одежда, больше продается вот эта услуга, больше продается вот этот товар. Делая такие эксперименты, CRM-система вам и сообщит об этом. Получается больше или нет. Если эксперимент не сработал, ничего страшного, он вам, в принципе, денег никаких не стоил. Если эксперимент сработал, то вы его масштабируете и начинаете зарабатывать еще больше денег. То есть главное здесь еще правило, эксперименты должны быть дешевыми. То есть они должны быть маленькими. Потому что если эксперимент большой, то вы будете долго думать над тем, как его сделать, много денег туда надо. Нет, нет. Надо делать маленькие эксперименты. Если вы увидите положительный эффект, то вы его потом масштабируете. И самое главное правило – меньше размышлений, больше дела. Это всего лишь эксперимент. То есть не бойтесь проводить эксперименты с своими клиентами. Старайтесь внедрять своим сотрудникам различные речевые скрипты апсейла и так далее. И я завершаю. Последний момент. Я об этом говорил в начале. Почему? Несколько причин, почему не развивается бизнес. Мы вот это уже прямо, можно сказать, кровью и потом выработали эти правила. Первое. Все или несколько инструментов отсутствуют в бизнесе. То есть если вы хотите, ну, то есть надо их внедрять все. Нельзя такое, зайти и внедрить только три инструмента и ждать какого-то определенного результата. Нет, если внедрять инструменты, желательно все. Используются неэффективные инструменты, программы лояльности могут быть разные. Например, скидочная карта. То есть, когда я говорил программу лояльности, я помните, я вам говорил, то есть инструменты бывают разные. Например, есть топор, а есть бензопила. Что быстрее рубит дерево? Ну, как бы режет дерево. Понятно, что с бензопилой можно вырубить деревья больше, чем с топором. Здесь то же самое. Если инструмент плохой, он как бы не дает тех эффектов, которые нужны. То есть важно еще качество инструмента. Инструменты есть, но они не используются или используются в недостаточном объеме. Тоже встречали таких предпринимателей, когда все инструменты есть, прям все супер, бери и работай, но не пользуются. Ну, то есть персонал их не использует, владелец их не использует и так далее. А следующее, инструменты есть, но они используются неправильно. Тоже такое есть, о том, что CRM-система подточена, используют ее вообще не для того, для чего она была создана. Бизнес не делает ничего нового. И это, наверное, самая главная причина, почему бизнес не развивается. Ничего нового не происходит. Все то же самое, ходьба по кругу. То есть если вы хотите развивать бизнес, вы должны что-то делать новое. Вы должны делать что-то за гранью того, что вы делали. И тогда у вас будут результаты. Об этом, кстати, даже говорил Эйнштейн. О том, что не стоит ожидать новых результатов, если вы делаете со дня в день одно и то же. Поэтому принципиальный момент – нужно делать что-то новое. И здесь в качестве решения может вам быть именно UDS. Мы для этого и создавали этот проект. То есть UDS – продукт. UDS – это комплекс инструментов для бизнеса. То есть понятно, что то, что я вам сказал, вы можете купить отдельно. Там сделать для себя мобильное приложение, купить CRM-систему, купить себе там программу лояльности и так далее. Потом между собой вам придется это все интегрировать. Но здесь я вам скажу сразу о том, что это займет очень много времени и точно будет стоить в раз в 10-100 дороже, чем вы возьмете это в готовом решении. UDS – это готовое решение, то есть бери и пользуйся. То есть там уже все, что я назвал, уже есть. Там и CRM-система, программа есть, приложение, интернет-магазин, платформа для кросс-маркетинга, электронное меню и так далее. То есть оно включается быстро, заводите информацию о вашей компании, и как бы у вас это все работает. Полную презентацию продукта я вам не буду делать. Вы это можете уточнить у тех людей, которые вас пригласили на форум. В том числе вы можете у них получить ссылку на регистрацию в UDS.
Кстати, презентация есть вот по этой ссылке. Вы можете сейчас сделать скриншот просто и потом перейти по этому QR-коду, вас перекинет на презентацию продукта. Помимо того, что я рассказал, там еще много интересных различных функций. То есть UDS, он как раз и предназначен, у него есть целевая задача, это повышать прибыль бизнеса. Повышение прибыли бизнеса может состоять, как бы стратегия повышения прибыли бизнеса может состоять из двух частей. Первое. Привлекать новый оборот, ну, то есть там привлечение клиентов поработать, но самое главное – научиться удерживать клиентов. То есть повышать средний чек, то есть привлечение новых денег – это повышение среднего чека, апсейлы, привлечение новых клиентов и так далее. Но и повышение прибыли в том числе может быть и за счет экономии. Это, например, отказаться от скидочных карт, отказаться от ненужных скидок и так далее, и так далее. И мы там экономим тоже большие деньги. Мы, например, у нас был успешный проект. Это когда мы в бизнесе ничего нового и оборот никакой не создали, а просто сэкономили деньги на том, что уже имеется. И мы там сэкономили там, 2-3 миллиона, и предприниматель был бесконечно счастлив, даже без привлечения новых клиентов. Он говорит, слушайте, да мы уже вот столько денег начали экономить, что это уже круто, это уже прибыль. Как говорится, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. На этом у меня все. И последнее, что бы я хотел сказать о том, то, что если вы в бизнесе хотите быть первыми, вы должны быть первыми во всем. То есть первыми в внедрении новых инструментов, первыми в каком-то определенной механике работы с клиентами, первыми в придумывании каких-то новых идей, как можно там еще удивлять, поражать клиентов и так далее. Но здесь вот мой главный месседж в том, чтобы быть первыми хотя бы как минимум, и этого, я думаю, даже будет достаточно, это вот именно во внедрение новых технологий. Потому что новые технологии, они в себе уже внесут новые механики в работе с клиентами, и это уже будет повышать вам прибыль бизнеса. На этом у меня все. Спасибо. Кстати, о UDS лучше даже не презентацию смотреть, а лучше UDS смотреть на конкретных примерах, как этот продукт работает